Шалом алейхем, друзья. Я записываю этот видео, поскольку у меня очень важная информация, связанная с сегодняшним день. Какой сегодня особый день? Вроде бы обычный календарный будний день 23 числа месяца Сиван. Но это далеко не так. Сегодня очень особый день. День, который имеет особый силу, особый потенциал. И я хочу, чтобы никто от нас не пропустил возможность, которая есть в этот день, поэтому я записываю этот короткий видео. В 1983 год, 5743 год, этот день 23 Сиван совпал на Шаббат, недельный глава Шлах. И был фабринген, Любавский Ребе сказал следующее. Он обратил наше внимание на то, что написано в Мегилат Эстер, в Свиток Эстер, что было тогда в 23 Сиван, 23 Сиван был день, когда реализовался полный переворот в пользу еврейского народа. В этот день рассказывает нам Мегила, Ахашверош и Мордехай позвали себя, те люди, которые пишут приказы царя. И Мордехай им сказал написать приказ, который разрешает еврейского народа защищать себя. Приказ освобождения от Аман. Ахашверош дал Мордехай царский печат и сказал, царский печат в руках еврейского народа. И после царского печата ничего не принадлежит никакие изменения. Любавский Ребе тогда об этом рассказал и отметил следующую вещь. Есть пасук в Мегила, связанный с Сабите Пурим, как мы должны их праздновать, который говорит, «Вехаямим ха-эйлу низкарим венаасим». Эти дни, дни чуда, которые были в Пурим, мы должны о них помнить и делать что-то связанное с этими днями, и так мы должны праздновать. Аризал Раби Ицхак Лурия, известный каббалист, который похоронен в Цфат, дал свое толкование на этот пасук и сказал, эти дни, когда наступает день, который в нем есть важное историческое событие для жизни еврейского народа. Когда наступает такой день, надо помнить о том, что было. А тогда, когда мы помним правильно о том, что было, реализуется снова те силы, которые были тогда, в первый раз, когда этого было. Поэтому сказал тогда Ребе в 83 год, когда наступает день 23 Сиван, должен помнить каждого от нас, об этой событии, которые были тогда. И он должен знать, что так же, что тогда. Всевышний дал силу в этот день, чтобы отменить полностью переговор и делать полный переворот к пользу еврейского народа, чтобы было полное освобождение еврейского народа от Амана. Также в каждый год, когда наступает этот день, 23 Сиван, сегодня 23 Сиван, здесь и сейчас, когда мы помним о Мордехай, о Эстер и о испытании еврейского народа в эти годы, мы должны знать, что сегодня все повторяется. Сказал Ребе, сегодня 23 Сиван, каждый от нас имеет силу помнить об этом, брать на себя хорошее решение, давать цдоке, читать тегилим, помолиться и попросить у Всевышнего спасения на то, что касается его личной жизни, то, что касается еврейского народа в общем. А точно как что тогда, и в результат того, что еврейского народа стоял крепко, «Ло ихра вело иштахавен», не обратил внимания на то, что происходит в мире, но служил Всевышнему правильно, учил Тору, исполнял заповеди и заслужил освобождение, спасение, то же самое сейчас. Это день, давайте воспользуем этот день. Брать на себя, берите на себя хорошее решение. Дайте цдоке, помолитесь, читайте особый тейлин, дополнительный тейлин сегодня и попросите у Всевышнего спасения, личное спасение, здоровья всем, которые нуждаются в крепкого здоровья, шидухим, все, которые нуждаются в шидухим, хорошее и большое богатство всем, которые нуждаются в хорошей проносе и много богатства, и большое богатство. И попросим у Всевышнего самое главное просьба, сегодня особый день, попросить переворот, попросить прихода Машиаха. Воспользуем этот важный день, этот сильный день, и Всевышний будет реализовать этот особый потенциал, который есть в этот день,
и в жизнь каждого от нас, и в жизнь еврейского народа, в общем, к добру и к благословению.